Добрый день! Для любителей шоколадной выпечки у меня есть замечательный рецепт. Это шоколадный пирог с печеньем. Я взяла печенье, как в Германии называется, Eierplätzchen, мука, разрыхлитель, сахар, яйца, какао, нутелла, растительное масло, минеральная вода с газом, натуральный йогурт, обезжиренный творог, шпайзеквар, магерштуфе и парадиз крема, полуфабрикат ванильного крема, а также шоколад для украшения. Начну с того, что подготовлю печенье для пирога. Склею два печенья нутеллой. Готовим тесто. Яйца взбиваем с сахаром в течение 5 минут. Вливаю масло и минеральную воду. Муку смешиваю с разрыхлителем и с какао. И порциями добавляю яичную массу. Форму я выстелила пергаментной бумагой, а края смазала маргарином. Тесто выливаю в форму. Распределяем по всей поверхности. И выкладываю печенье, слегка утапливая в тесте. Ставлю в разогретую духовку и выпекаю до готовности. Готовый пирог достаем из духовки и даем полностью остыть. Приготовим крем. Творог, сахар и йогурт взбиваем. Всыпаю полуфабрикат крема и взбиваю еще 3 минуты. Готовый крем выкладываю слоем на пирог. Сверху присыпаю тертым шоколадом. Ставим пирог на 5-6 часов в холод для пропитки. Затем разрезаем на кусочки и подаем к десертному столу. Я желаю вам приятного чаепития!